Программное обеспечение Лига Basic с заполнением по индивидуальному заказу для Уральского горно-промышленного холдинга. На главном экране расположены виджеты, логотип и название компании, основные кнопки меню. Нажав на кнопки основного экрана, вы можете воспроизвести ролик или провалиться в следующий раздел меню. Лига Basic – это конструктор, который состоит из неограниченного количества шаблонных страниц, категорий и подкатегорий. Каждая категория – это отдельная кнопка с графической иконкой в фирменном стиле клиента. Категория «Общая информация» – это текстово-графический блок о компании. Галерея открывается в полноразмерном экране. Каждое фото можно увеличить при помощи жестов. Категория «Продукция» состоит из подкатегорий. Проваливаясь в каждую карточку подкатегории, открывается страница с текстово-графическим блоком. По такому же принципу разработана страница карьеры. Карточка подкатегории – это текстово-графический блок с галереей. Также на странице размещена кнопка с просмотром видео. Лига Basic поддерживает различные форматы файлов. В категории «Прайсы» мы также наблюдаем меню с подкатегориями. Каждая кнопка – это прайс в формате PDF. При нажатии на кнопку, окно с файлом открывается в полном экране. В категории «ЖД Логистика» размещен баннер с информацией и кнопка с видеороликом. По такому же принципу разработана страница «Технопарк» и страница «Партнеры». На странице «Контакты» отображен текстовый блок с адресами и телефонами, а также карта.